Продолжаем дальше арбайтен. Маршрут рассчитывается. Что его рассчитывать? Направо-направо, направо-налево-направо и целый час просто. Так и будет. Сейчас повернем направо, потом чуть-чуть повернем налево. Потом снова повернем направо. И все. Через 300 метров поверните направо. Затем через 120 метров поверните направо. Вот так. 21 уже, но это на солнышке. Поверните направо. Ну, прекрасная погода. Кемерово не перестает радовать. Через 100 метров поверните направо. На следующем повороте поверните направо. Направо, да, направо. Михаил Владимирович жаловался, говорит, вот здесь тоже, в этом, в Березовском. Говорит, гайцы, говорит, выезжают. Уже как тоже, как и в Машково.
вечером. Эй, слушай, брат, дай распечатка. Что за новая мода пошла? Ну, видите, за сплошную особо не клюет. Скорость плюс 20, допуск. А жить-то надо, кушать все хотят. Вот и придумали новую схему. А мы что, в Кемеровские горочки сейчас попадаем? Поедем, поштурмуем их маленько. Первый раз, когда ехал, да еще зимой тогда, думаю, ё-моё, это же катастрофен. Первый раз я ехал еще, когда там в районе, то ли Тайшета, то ли где, там еще, помню, по какой-то деревне ехали. Гравейка была, там пацаны подняться не могли. То есть не вся еще до Иркутска была дорога асфальтированная. Я ж, получается, даже до Тулуна, ну, до Тулуна доходил, потом на Братску ходил. Я тогда в Братск шел. И, ну, не помню, что, как название деревни. Короче, ехали, точно помню, через какую-то деревню. И вот в ней гравейка, и потом подъем такой. И все, и там народ висит. Но я, правда, поднялся, я как бы пустой был. У меня груза было 1,5 тонны. Спереди стояло, то есть я пустой. И она тык-тык-тык, лэп-лэп-лэп-лэп-лэп, и пошла. Пацаны стояли, шлифовали, там что-то дорожники их тягали. Вот. И вот это я к чему. И тогда вот тоже, помню, Кемерово прошел. Первый дорогу уж не знаю. Мама, рот. Дождь, темень как раз скользкая. Блин, я вот с корки. Да куда я еду? Куда? А сейчас уже ничего так. Уже как свои. Почти. Когда-то, да и до Екатеринбурга казалось, ё-моё, это ж дальняя сусветная. А сейчас до Иркутска вроде и недалеко. Ну так, нормальное такое расстояние, плечо там. До какой-то Новосиба там это вообще не расстояние. Далеко это уже вот туда. Чита. И дальше Хабаровск, а это уже так. Горочки начинаются, право-лево, спуск, подъем, а еще на подъемах там на второй, во втором ряду знаки, что нельзя типа грузовикам залазить. Тоже бред какой-то. С колесными парами впереди чешет. Сейчас по-любому на первом же подъеме он присядет. Сколько он их там тащит отсюда? Даже, наверное, не посчитаешь. Ну, не, ну не 16, как мы тягали. Или даже 18 у нас было. Колесных пар 10, наверное, тащит. Может, мы его успеем еще до горочек. Если газанем. Нет? Давайте попробуем. Хотелось бы еще его до подъемов. Нет, не получится пока. А я думаю, Global Truck тоже пойдет. Как только возможность будет. Паре, да, тоже такой. Еще тот специфический груз. Особенно если прицеп не приспособлен для этого. То колесные пары возить весьма неприятно. Тоже еще все зависит от того, как грузит. Вот мы как в Тбилиси грузили колесные пары. Там все четко. Они их на этих с брусков сделали рельсы и ставили их на рельсы. И все клинышками подбивали, все красиво.
А когда вот здесь, забыл название поселка, городка этого, вот там недалеко от Иркутска, когда мы на Аски свозили. Вот там, да. Тебя их кинули в прицеп, делай сам с ними что хочешь. Они ж тяжеленные, и они катаются. Такой геморройный груз. А когда есть специальные, даже вот делают специальные такие у людей подставки под колесные пары, ну все, тык-тык-тык-тык-тык, накидал их, накидал, все, практически увязывать-то не надо. Они стоят в углублениях, в ложбинках, и никуда ни вперед, ни назад не дергаются, ничего. А так их вот кинь в прицеп, они катают на горке на подъеме, газанешь хорошо, и они вместе с воротами назад и выкатятся. Или наоборот, хорошо тормознешь на спуске, и все, и они покатятся вперед. Турной груз, турной. Что мы там видим? А мы там видим сплошной поток. Так что, когда мы тут кого обгоним, я не знаю. Global Truck свернул. Вот уже был подъемчик, и все. Хорошо, мы за этим КамАЗиком сразу же так присели. Сейчас надо его брать при первой же возможности. Ну, естественно, разрешенный. Мы чтим уголовный кодекс. Хотя все мы грешны. Сейчас посчитаем, сколько у нас тут волоча. Даже не связанные там внутри между собой. Не, ну когда там что-то он один ремешочек, по-моему, три последние пары связаны, и все. У него, видите, специальные вон стоят. Специальные подставки для перевозки. И все, они у него никуда не деваются, ни вперед, ни назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один. Ну, штук 14, по-моему, он везет. Ты сейчас на следующую горку и не пойдешь, вон продавцы стоят. Штук 14, а смотря какие они с этими, как они там. Хотя нет, это не подставки. Это эти, как они, набалдашники их. В общем, тяжелые. Вот тон 18 он тащит. Как вы думаете, пойдут догонять? Вряд ли они за нами будут нас догонять. Они тут вылавливают отсюда кого-то. Всех посадил. Ну, пораньше ж надо чуть подвинуться-то, друг. Вот интересно мне, гаишники побегут за нами? Они-то видели, что тут как бы пошел. Сейчас посмотрим, если что догонят. Ждем их. Заставил тормозить КамАЗ. Как бы так все было предусмотрено, что он сразу же уйдет, как только начнется расширение. А он сразу же решил не уходить. И все, и пришлось тормозить, иначе бы заехал бы. Ну а так мы уже и сами, вот до 40 уже скорость упала. Че, тяжело.
расход нынче уже 33. До Кемерово был 31. Ну не, уже отъехали далеко. Нет никого. Я тоже так сильно сомневался, что они будут за нами гнаться. У них там другая задача. С горки ловить тех, кто... Кому-нибудь сплошную там продать раз 10 за день хотя бы. Вот, 4 километра даже обгон запрещен. Пошли, пошли, уже все. Спуски, подъемы. О, даже мужа одного погнали. А, это уже не КамАЗ. Там еще кто-то с колесными парами, что ли? Что-то шаланда идет. Или нет? Сейчас глянем. Не, вроде он вообще пустой. Бежим! Не, это то ли Вольво, то ли что. Старая Вольво. Это с металлом, коллега. Кстати, здесь тоже на подъеме грузовикам в левом ряду запрещено. Может, не так уж и запрещено, но... уж магнит, а это я понял, думаю, что магнит во второй ряд полез, это просто там дорога лучше. Понятно. Обычно они груженные тоже садятся, магнитики, что у них этих паровозов 360 кобыл по 22 тонны навалят и все, и они тоже нифига в гору не едут. У меня был такой ман 2002 года, 360 кобыл тоже. Ни хрена он не ехал. 22 дров навалишь, и все, катастрофа. Ну, там вообще полный ман был. Катастрофа. Что не рейс, то сервис. Ну, в 2003 году я на него сел, и год машине было. Тоже вот паровоз, ну только тентованный. Что не лезть в тот сервис? Говорю, на сервисе в Франкфурте на Одере, там немец на сервисе. Ну, уже знал все. Guten Tag, Алекс. Я говорю, здорово. Каждым рейсом я заезжал к нему. Каждым. То. Гарантия капут, фирма капут. Я. На Цюрлих. Там зимой и передачи пропадали, и все, и там постоянно что-то где-то шипело. Ну, такой сырой был вообще. Вот это первый ТГА, которые пошли. До этого же были там, ну, другие. А вот это первые ТГА. Они были сырые вообще до ужаса. Я не знаю, что с Неманом было дальше. Я еще год на нем поработал. Свою гарантия заканчивается. Надо сваливать. Да и фирма там была такая тоже. ЦАУК для международников. Когда увольнялся, за 9 месяцев зарплату были должны. Потом год ее еще забирал. Там, правда, такая зарплата была смешная. Но все равно за 9 месяцев даже смешная насобиралась, кругленькую сумму. И залог там был. В общем, год я все это дело забирал. И в конце концов сказал, что если вы мне сейчас все не отдадите, там и крохи, приеду я к вам с этими, с этой, как они называются, ой, с инспекцией типа по правам человека, ну, короче, говорю, куда-нибудь на вас челобитную, говорю, напишу. Тут же все отдали. Там сумма, правда, оставалась, то ли 150 евро, то ли 170, ну, что-то такая вот мелочевка какая-то. Но зоопарк был еще тот.
честное слово. Но зато, как это, путевку в международные перевозки они дали. Самосвальчик. А, это они здесь разгружаются. Сюда таскают просто. Ясно. Так, магнитик. Тебя тоже все равно надо обходить. Идешь ты. Идете. Ходите вы не быстро. Да и на горочке садишься. S пошла. Все сканеры скупили в этом году. Делка. Если вы захотите в этом году сканер купить, вы ее не купите. Нету. Все эти разобрали. О как. Я абсолютно до фонаря. 500 SR, какая бы ни была. Все, давайте нам. О, бабла, а. Вливается или влито. Сейчас уже где-то ремонты должны начаться. Как бы вот уже тут они, ну, типа идут, но я имею в виду уже реверсы наши. Посмотрите, одни новые тачки. Старых машин, ну как этих, со старой кабины уже и не видно. Где они все? Не, вот есть, со старой кабиной едут. А в основном все с новой кабиной. И видно, что новенькие. А куда они весь старый парк подевали? Не сказал бы, что так и видно, что они бегают по России. Интересно. Куда-то ж надо его девать, кому-то ж его продавать надо. Нет, с горочки так лихо бежит. Давай, магнитик, разгоняемся, подъем впереди. Надо ж немножко газку подкинуть. Возьмем мы его. Не, должны взять. Конечно, тоже сейчас подсядем. Ну, я же говорю, 360 кобыл. О чем вы говорите? Тут 500 кобыл так садятся. 21 тонну тащить, а 360, если он 21 тонны загружен. 5 км в час будет подниматься сейчас. Тут у меня именно такой, точно такой же. Тоже узкая кабина, все. Первый ТГА. Но зато там все было. Холодильник там. Ну, и машина как бы новая. Такая новая, что... Никто не хотел ездить, а мне втюхали. Было дело. Вот и первый реверс. Ну, тут небольшой. Просто вчера тут Сергей с Кемеровым, мы с ним общались, когда подъезжал, говорил это, что вчера тут ехал, и на каждом реверсе было по километру колейка. А это я так скажу, вообще ни о чем. Три машины. Если так будет на всех, то это не страшно.
подождал, зелененький загорелся, поехал. Чумазенькие уже, видите, да, вот это вчера по Новосибу, дождик прошел, по Новосибу покатались, и все, и уже покрылись небольшим слоем. Ну, это серьезный аппарат, ему можно и без колейки. Красавчик. Прямо на ремонте. Смотрите, и моста нету. У меня такое ощущение, что он, наверное, здесь куда-то в эти ямы влетел. А, о, да, и у него мост просто вырвало. Или он этого КамАЗа, что-то с этим КамАЗом, или это просто КамАЗ перегрузил. А, это КамАЗ дорожника стоит. Впечатление, что у него просто мост оторвало. Он, наверное, как летел, и вот в яму в эти попал, и все, и у него просто мост оторвало. Тупо оторвало. Наверное, судя по колесам задним, хорошо пригружены для себя. И видно, как шел, как дал, и все, и мост, короче, поехал сам себе. Вот видите, ну, потому что так-то морда не разбита. Это уже какой у нас? Второй реверс был. Тоже с первой попытки прошли. Тут попал на красный и раз. С первого же захода. Сейчас, наверное, в следующий уже упремся. Я этот подъемчик, он тот помню. Сейчас опять станем. Китат. Да, он уже. Становимся. Вот нормальная речка такая. Симпатичная. Правда, заросшая вся. Сына, да. Травой. Вода Тарапыги, Якутия, местная. Снова местная. А, здесь уже... Здесь нету реверса, здесь просто... А, ну тут вот, видите, сделали, ну, подъем широко. Будет, наверное, две полосы в подъем, одна на спуск. Тоже местные на УАЗике. В прошлый раз здесь был ремонт, а вот уже закатали. Бочка длинная, нифига себе. Сколько ж в ней кубов-то? Нестандартная. Такая, как 16-метровый прицеп, ну такая же и бочка. Я такую чуть ничего не встречал. Длиннющую. Сколько ж в нее влазит-то? Давайте, давайте, уважаемые, пошли, 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 пошли. Цоп-цобе, цоп-цобе. Оп-оп-оп. Какой-то надо четвертый светофор. Все с первого раза. Только что постоять приходится иногда. 5 минут 7 на одном простоял.
уважаемые дамы, видели, как торопились. Огонь. Все, священное животное. Не пропустить нельзя. Получается еще два, вроде как. Или пятый, я уже со счета сбился. Нет, это четвертый. Хотя и времени большой нет, что можно ехать. Ну, в данный момент. Хотя, у нас без вариантов. Ёлки-палки. Вот ее повез, интересно, чернозем. Наверное, кому-то на дачу потащил. Они вон там, насыпают. Кучу навозят какой-то. Он перед предыдущим ремонтом в кусту вылез. На этом КамАЗике. Вот еще. Очень хорошее тут ноу-хау. Раньше здесь кольцо было. Это второй поворот на Суслово, если идти со стороны Мариинска. Первый это там, где мы обычно корейку кушаем. Но в этот раз не заезжал. Здесь видите, что сделали? Здесь сделали мост и через железку. Раньше мы на этой железке, можно было вон там, вон дальше был переезд справа. И на ней можно было подвиснуть. Ну, я надолго не попадал, но даже тот же Дим, как говорит, и по часу бывало здесь. Говорит, начнут эти железяки туда-сюда, говорит, носиться. И все, по часу, говорит, бичевали. Наконец-то они вот это все сделали. Очень классно. Все, тут это было кольцо, потом направо, это колейка, этот переезд, там переваливаешься, там проехать невозможно. Ямы по колено. Сейчас, вот, пожалуйста, все. Среди вот кустов и березок прорубили, отсыпали, сделали дорогу. Шевроле Авео не едет. Совсем не едет. И вгонять стрёмно, вправо нифига не видно. И по итогу вот мы этот переезд объезжаем. Все вообще четко, красиво. Просто раз. Насколько упростилась жизнь наша. Ё-моё, что мы, ну, не торопимся никуда, да? Ну, 70 как-то совсем уже. Никс гуд. Сейчас собирается сворачивать это Шевроле, либо никуда не торопится, либо сейчас понесется. Он тоже полосу разгона себе брал, понял. Чтобы вот этого Мурзатова обойти, ясно. Что это он везет такое интересное? Бочки какие-то или что? Сто пятьдесят семь. Это, я так понимаю, нам уже до Ачинска. 157. Два часа. К
красивая, беленькая, морда черная. Интересно сделана, ясочка побежала. Работаю. Да, две бочки какие-то тащит. Мазик, мазик, еще старенький. Сейчас скажем спасибо, коллеги. Время, время, время. Сколько время? Время 7:30. 2:30. 10:30. Ну да. Я думаю, что, наверное, дальше Ачинской мы сегодня не поедем. Как раз с Ачинска получается почти 1500. То, что доктор прописал. Ловим последние лучики сегодняшнего солнышка. Смотрите, как красиво закат. Сейчас буквально пару минут с горы спустимся, на следующую поднимемся, уже можем его не увидеть. Оп, спряталась. Сейчас посмотрим. Нет, ну на той горе еще, наверное, увидим. Здесь уже отпустим. Горка небольшая, все просматривается. Вот и 2 сентября катится в закат. И так вот день за днем, и жизнь проходит. Ловим кайф от каждого дня. Надо ловить кайф. Другой не будет жизни. Вот она, какая есть. Сами выбрали. Ну что ж, значит, будем кайфовать от этого. Мне нравится моя работа. В другой я себя не представляю. За уже 23 года. Вот так вот. По бескрайним просторам. Туда-сюда. Сегодня здесь, завтра там. Не будем превышать, не будем. Ночевать.
Душ тоже не нужен. Еще не надо. Переночевать можно и на дырявый. Потерян сигнал GPS. Просто что? Тут справа будешь за наличку стоять, а там по безналу. Нам то лучше по безналу. Большое тащит. Правда, она здесь с левой стороны, но разрыв есть, заехать можно. Завтра как-нибудь выйдем. Светофоре, правда? Заезд тут не пролететь бы его. Все разбито, все побито тут. Где тут? Билетер. Билетера нету. Да и фиг с ним. Захочешь, сам найдет. Так, встать, потому что я думаю, может, часика в 7 утра выеду. Так, встать, чтобы нас не заставили. Поэтому вот и надо как-то так сейчас тут прикинуть. Через 100 метров по главной дороге. Ой, тут вообще все перерыли. Перерыто, все перерыто. Что если вот сюда вот вправо загнать? Задом. Сейчас сюда, туда, он внутрь забейся, и все, и ты уже оттуда потом не вылезешь. Здорово. Что, тарахтеть-то не будешь? Нет. 100 рублей? Дорожная сеть. Дорожка? Что я буду тарахтеть? Здесь впереди не заставишь, нет? Я не знаю, скоро с этого народу будет. Мне в 7 утра выезжать. Только здесь будет дорога. Будет? Ну то есть впереди здесь машин не будет передо мной. Я не знаю, сколько народу бегает тут. Тарахтеть не будешь? Буду. Сто рублей. Не, ну тут дорога-то в любом случае должна остаться. Но перед мордой машины не поставит. Поставит, будем разгонять тогда, что делать. Я думаю, еще, наверное, может даже чутка вперед протянуть сейчас. И все. Да, сейчас еще чутка вперед дам. Будет нормально. Ну все тогда. Спокойной нам ночи.